Ну? Так что там такое? Ну вот то, что вчера делал, вот это говорит, вчера я вчера кто-то писала, так просто писал, проверил, Таша. Капает, не капает. И что? Ну, говорит, не капает. Это ненадолго, поверь. В смысле, почему ненадолго? Мы заменили просто вчера. Там мы отрезали кусок трубы у вас вчера, потому что на нем уже когда раскрутили, вот, мы же там вчера останавливали. Мы разобрали вот этот стояк полностью. Когда раскрутили, там уже видно было то, что вот так там резьба была сведена. Поэтому она ее постоянно выдавливала. Мы ее вчера отпилили вот так, поставили удлинитель новый, две муфты, заново все полностью перепаковали. Не съест опять? Не, ну а почему она должна съесть немного? Уже три потопа. Четвертый, я думаю, будем надеяться. У нас ремонт не делается из-за того, что мы ждем опять заливания потолка, понимаешь? Нам надо сделать потолок. Можете сами подняться просто. Я не специалист, но я посмотрю. Не, ну как бы посмотреть, визуально, как у нас сейчас. Вот вы понимаете, мне сейчас нужно было как бы лететь в Москву по работе, а я сейчас вместо этого буду заниматься тем, что здесь вот отсюда вот от этого отсевка кидать 220. У меня ни холодильник, ни сервер, ничего не работает. Вот, а в акте эти товарищи ничего даже и не указали по этому поводу, что у меня коробки замыкания в квартире из-за потопа. Ну, дополнение к заявлению напишем. Ну, спасибо, если вы действительно там сделали все качественно и хорошо, спасибо вам огромное. Не, ну мы не старались. Спасибо. Вы извините, что я все снимаю, потому что с вашим руководством, с менталитетом вашего руководства, иначе как не снимать невозможно. 25 число. Может, у вас там люди такие. Давай, парню это все равно. Наряд на выполнение работы. Офицерская 43, квартира 121. Выдан постнику. Остановка, отопление. Это вчера было все. Слив воды из системы отопления, замена со... Сгон. Соединительной муфты. Соединительной и сгонной муфты. Все, да? Да. Муфты. Ты должна это подписать? 25 числа, то, что делали вчера, я сейчас подпишу. Хорошо, давай. Копию сейчас снимем на принтере.